Сначала туда, в эту секту, попал мой муж и стал чемпионом «Открой рот» Дальнего Востока и почти стал чемпионом всей Руси. Затем он увлек и меня. Я тоже кое-чего добилась. Затем мы увлекли своих знакомых, и в итоге в нашем городе регулярно проходит «Открой рот». Наши дети помогают нам его проводить. Так наша семья стала заложником этой секты. Ты можешь говорить. Мы поздравляем «Открой рот» и всех «Откройротчиков», особенно Михаила Фаустова, с этим прекрасным юбилеем. 10 лет – это, как говорят индейцы, не кот чихнул. И мы подготовили набор двустиший. Мы знаем, что Михаил Валерьевич очень любит наследие Блока, поэтому мы копались в дневниках Александра Александровича Блока и нашли стихи, посвященные «Открой роту». Сегодня рот не открываешь, а завтра водку выливаешь. Сегодня рот открыть зассал, а завтра вражеский вассал. Сегодня рот открыть не хочешь, а завтра что? Манту намочишь. Сегодня рот ты не открыл, а завтра червь и махнарыл. Сегодня рот открыть слабо, а завтра заблюешь за жабо. Вот я ошиблась. 2 балла от Куприянова. Сегодня не откроешь рот, а завтра чмо и нищеброд. Друзья, не будьте чмами и нищебродами. Все в «Открой рот». Ура! Всем открывать рты.